Было слово Господа такое к Самуилу: «Жалею, что я поставил правителем над своим наследием Саула, потому что отвратился от меня, не исполнил моего слова». Самуил опечалился, взывал Господу целую ночь. Если кто-нибудь даст Господу обет или поклянется клятвой, положив зарок на свою душу, то он обязан исполнить все, что вышло из его уст, не может слова своего нарушить. Пришел Моисей и созвал старейшин народа, предложил им эти слова, которые ему были заповеданы от Господа. Весь народ Израиля отвечал единогласно: «Все, что сказал Господь, исполним, мы согласны. Изменили мы, солгали перед Господом от нашего Бога, отступили, и сердце слова лживые, клевету, измену говорили. Дом Израилев и дом Иудин поступили со мною очень вероломно, говорит Господь, они сказали: его нет, и не придет на нас беда. Мы не увидим ни меча, ни голода, пророки их станут ветром, ни слова Господнего нет в них. Над ними самими пусть это будет». И так провозглашает Саваоф: «За то, что вы говорите такие слова, вот я сделаю в твоих устах огнем мои слова, и этот огонь пожрет этот народ, как дрова. Вот я пошлю на вас дом Израилев, народ издалека, народ сильный, народ древний, ты которого не знаешь языка. Что он говорит, понимать не будешь. Все они храбрые люди, колчан этого народа, открытый гроб. Они съедят твою жатву, съедят твой хлеб, сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят твои смоквы, твои грозди винограда, разрушат мечом укрепленные твои города. Но и в те дни святой Израилев не истребит вас до конца». И если вы спросите, за что Господь Бог делает нам это все, то отвечаем: «Так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей. Объявите это в доме Якова, возвестите в Иудее. Выслушай это, глупый, неразумный народ, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит он наоборот. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, не трепещите передо мною. Я положил песок границей морю, пределом вечным, которого не перейдет. И хотя его волны устремляются, превозмочь не могут. Хотя они бушуют, но переступить его не могут. А у народа этого сердце буйное, мятежное, они отступили и пошли. И в сердце своем не сказали: убоимся Бога нашего, который нам дает дождь ранней и поздней седмицы, которые назначены для жатвы, для нас хранит. Ваше беззаконие это отвратили, от вас это добрые грехи ваши удалили. Между народом моим находятся нечестивые, припадают к земле, сторожат, словно птицы ловы. К земле припадают, ставят ловушки, и людей в них уловляют, как клетки птицами наполнены, их домы обманно полны. Через это они разбогатели, возвысились, тучными, жирными соделались, переступили во зле даже всякий предел, не разбирают дел сирот, не разбирают судебных дел, благоденствуют и не дают суда справедливому делу для нищих. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и душа ли моя не отомстит такому народу, как этот? Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и душа ли моя не отомстит такому народу, как этот? Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и душа ли моя не отомстит такому народу, как этот?